В день памяти святых благоверных Петра и Февронии по благословению митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря в Севастополе начал свою работу трехдневный православный фестиваль. Напомнить молодежи об истинных семейных ценностях, рассказать о том, что есть основа крепкого брака и любви. Такую цель поставили перед собой организаторы мероприятия. Любовь – это жертвенность. Это не услаждение похоти, это не доставление себе некой радости в кавычках. А это действительно служение друг другу. Служение. Муж служит своей жене, жена служит своему мужу. Родители служат своим детям и радуются о своих детях. Вот в этом, собственно, заключается любовь. На территории Украины День семьи, любви и верности еще не получил статус государственного праздника. Однако в Севастополе его отметили торжествами городского масштаба. Я хочу сказать, что Севастопольский городской совет, депутаты городского совета, как избранники громады, представители Севастополя, поддерживают развитие именно наших православных традиций и воспитание нашей молодежи в духе именно патриотизма, верности. Главной фестивальной площадкой стала территория Херсонесского музея-заповедника. Творческие коллективы города подготовили насыщенную концертную программу, а севастопольские рукодельницы продемонстрировали свои достижения. Вышивка, вязание, шитье, изготовление текстильных кукол. Помимо этих традиционных видов рукоделия, современные хозяюшки активно осваивают модные сегодня мыловарение, валяние из шерсти и лепку из полимерной глины. Ракушки и галька, собранные на севастопольских пляжах, складываются в их умелых руках в произведения искусства. Тему рукоделия на фестивале подняли не случайно. Организация досуга – тоже одна из тем, которая была оговорена при подготовке данного мероприятия. В семье, конечно, у меня дочка прекрасно занимается валянием со мной, муж помогает заниматься флористикой. Я могу с уверенностью сказать, что на нашем фестивале можно увидеть очень много семейных пар, которые представляют свое семейное творчество. Первый фестивальный день продолжился в центре Севастополя. Организаторы и участники праздника прошли крестным ходом по главным улицам города – от Покровского собора до площади Нахимова. На летней эстраде Приморского бульвара состоялся праздничный концерт. Нужен ли сегодня Севастополю День семьи, любви и верности? В ответе на этот вопрос гости праздника были единодушны. Нужен. И я думаю, что если человек... Вот я сегодня была в храме, вот посетила храм на Большой Морской, Покровский собор. И я считаю, что человек пойдет в храм. И вы знаете, ощущение души, и просто на душе становится легко. И я с удовольствием пришла вот сюда, узнала, что тут будет крестный ход. Считаю, что нужен этот праздник. И больше таких христианских праздников нужно. Людей надо уже как-то к чему-то справедливому приучать. И как-то люди должны понимать, что мы живем под Богом. Мне кажется, что на сегодняшний день, к сожалению, очень мало внимания уделяется семье и ее целостности. И если говорить, скажем так, более обширно, то о семье надо заботиться, начиная от рождения ребенка, учить его жить в семье. А у нас, к сожалению, это все упускается и в школе, и в дальнейшем тоже. Евгения Константинова, Дмитрий Авдеев, Анатолий Кукса, телекомпания «Корсунь», пресс-служба Севастопольского благочиния.